Эстер. Вот хоть убейте! Не могу понять! Я просто хотел побыть с тобой наедине. Ты же знаешь, что он вечный. Хоть и вечный, а все равно больно. Ну что, теперь-то мы можем поцеловаться? Кто-то нас поминает. Мордыхай, и какое приданое ты даешь, да? Эстер? Что? 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 Приданое? Да. О! Да вот такую красавицу! Вообще! Ничего не надо! И сюда! О! Красавица, а? Да, красавица! Ой, не сиди! Туда вот, а? Зубки, зубки, а? Как жемчуг. А еще не вынимаются показатели. Эстер, потом всем все покажешь. А какая хозяйка? Как готовить? Да. Не поверишь? Нет. Всей семьей едим и до сих пор. Никто не отравился. Дядя Арон. Арон был плохим человеком. Люди его и так не любили. Бабушка Рахиль. Ну что такое бабушка Рахиль? Бабушка Рахиль. И так же была старенькой, ей все равно. Дедушка Соломон убил плебяки. Что? Эстер! У тебя есть совесть? Я спрашиваю, что? Что он говорил про Сима Соломона? Нет, у него хорошие шансы. Это ж рожь. Я клянусь, у него отличные шансы. Так? Так. Все, я уже согласен, и у меня есть уже свадебный подарок. У него отличные шансы. Я пойду его приготовлю очень быстро. Хороший рожь. Совсем с ума сошел. Сложно говорить у вас, а? Я, говорит, снимать буду. А ты, говори, будешь главной актрисой! А по-моему, актриса... Как ты думаешь, дядя? А? Чего? Я про актрис говорю. А, да, Эстер, ты у меня актриса от Бога. Спасибо. Пожалуйста. Глуп наш царь Ахашвирош, а мой коварный план хорош. Пробьет мой час, евреев уничтожу. Евреи там, евреи здесь, без них не встать, без них не сесть. Вздохнет Аман известно Мордыхаю. Царица новая Эстер, еврейка правит, что теперь? Куда бежать мне, бедному Аману? Ты был в кино, там Эйзенштейн, открыл учебник, там Эйнштейн. А быть евреем не и по карману. Ваше Величество, значит так, снимаем фильм, может, лучше кофейку? Кофеек – это хорошо, представь, фильм про пули. Да ерунда. Что? Пошел вон отсюда! Хотя нет, иди сюда. Хотя нет, иди отсюда. Теперь подожди, садись. А ты что, теперь будешь делать то, что я тебе прикажу? Ну, конечно. А если я тебе прикажу застрелить? Нет, нет, нет. А если я прикажу тебе повесить? Нет! Ну, а если я прикажу тебе отравить? Что? Меня отравить! Эстер! Эстер! Дядя, я не хочу сниматься в кино. Эстер, если царь сказал кино, значит кино.
красавица. Хотя за одну хватит только первого. Идет. Да.
Что они говорят? Они говорят, царь, если ты и дальше будешь выпендриваться, они тебя обрежут. Вот письмо. Это мне спасибо. Спасибо. Мне письмо. Эстер в моих руках. Что? Эстер в его руках? Эстер в моих руках. Если вы мне не дадите что-нибудь взамен, то я завтра вам пришлю ее мизинец. А послезавтра еще один. И так буду слать мизинцы в течение дня, пока не закончится конверт. Боже! Спасем евреев! Спасем евреев! Спасем евреев! Спасем евреев! А ну иди сюда! Аман, ты меня хочешь убить? Или захилывать? А что? Ну, мне нужно решить, идти с тобой или нет. Ну, договоримся. Никогда мы с тобой не договоримся. Эстер! Эстер, если ты меня полюбишь, я подарю тебе белого верблюда. У нас царь отражает демон белых верблюдов. Да? Вот! Кто это? Царь Ахашверош трезвый. Ее нужно показывать каждые полчаса верблюду, пока он не посидеет. Никогда! Тьфу! Что? Да я! Да я тебя сейчас! Вот этими вот голыми руками! Вот-вот, только руками способен! Что? Да я тебя сейчас пытать буду! Мементо мори! А-а-а-а! Такое ощущение, что ты пещера имени Ленина. Нет, это пещера имени Моники Левински. И здесь лучше всего держать рот на замке. Вот и он! Эй, ты, парень! Брось свою пушку, пока не споймал тебя! Стой, не позволь мне другого пистолета! Чё ты молчишь? На! Эй, ты, парень! Брось свою пушку, пока не споймал тебя! Эй, ты, парень! Брось свою пушку, пока не уже взял ложки! Эй, право, пройди ваши пушки, пока не ложи ложки! Эй, ты, женщина, ложки, когда мужики разговаривают! Я вам больше не нужен? Нет! Спасибо всем нас и верим. Эстер, не надо дай. Эстер, не надо дай.